Поздравляю, 13 подряд, непобедим. Скажи, пожалуйста, как прошел бой? Ты так ожидал, что он пройдет? Спасибо за поздравление. Ну, бой прошел так. Я думал, что он будет идти вперед. Получилось так, что мне было очень тяжело его догнать. Как ты обещал, ты не пытался его переводить. Это и есть то, что ты хотел доказать UFC, что ты можешь спокойно биться только в стойке? Да, я показал, что я могу биться в стойке, так как мы знаем, что Ракич хороший ударник. Ну, я думаю, мы сделали хорошую работу. Кормер пытался научить тебя немного английскому сегодня и до этого, на этой неделе. Ты можешь опять сказать ту самую фразу, которую мы с тобой уже говорили 25 раз сегодня насчет Перейры? Конечно, могу повторить. Yes, of course, I can do it. Let's hear it. Alex, stop running away for me. Ну, если ты думаешь, что ты заслужил этот бой, что бой состоится, как ты думаешь, когда он состоится и какой у тебя ключ к победе? Ну, это мы будем ждать от UFC новостей. А так, победа, я думаю, она будет, как бы она ни прошла, я думаю, победа будет на нашей стороне. Мухаммад, салам алейкум, еще раз поздравляю. Как ты думаешь, не будет ли чемпион сейчас оттягивать время до Рамадана, не соглашаться на бой, потом сказать, что я согласен на бой во время Рамадана или условный первый месяц после, ну, дабы как-то в случае чего аргументировать то, что ты не согласился на бой, а не он убегал, скажем так. Да, я уже слышал об этом, что он хочет где-то в Рамадане потратиться. В Рамадане мы не деремся. Если предложат месяц Рамадан, я думаю, мы не подеремся. А так, после Рамадана или до Рамадана, если он скажет «да», я думаю, мы подеремся с ним. Мухаммад, тут еще одно такое обстоятельство есть. Это Дана Уайт, который, сейчас точно не скажу, но вроде до боя он сказал, если Анкалаев покажет блестящее выступление, то он следующим подерется за титул. Считаешь ли ты это выступление блестящим и сможет ли там условно Дана считать его? Или сказать, ну, мне не понравилось его выступление, например? Да, я думаю, я показал все, что возможно. Я шел вперед. Получилось так, что соперник начал работать вторым номером, и мне было тяжело его догнать. В общем, я думаю, ему показали. Вот сейчас Перейра тоже не раз говорил о том, что потенциально может там в тяжелый вес перейти. Если все-таки получится так, что он перейдет в тяжелый вес там за третьим поясом, к примеру, как ты думаешь, с кем тебя UFC могут свести в поединке за титул? Временного чемпиона или кого бы там ни было. Ну, я думаю, мне все равно, с кем биться в этом дивизионе. Я уже, можно сказать, бился со всеми стопами. И если получится так, что Перейра уйдет на тяжелый вес, и мне будет все равно, кого поставят в UFC, с тем подерусь. На фотографиях перед боем за неделю фанаты заметили что-то похожее на рану, начали опять на там, стафилококк все списывать. Что это было на коленке, если не ошибаюсь? Действительно ли были какие-то проблемы со здоровьем, или это просто какие-то там натертости, потертости во время там, тренировок? Ну, ничего такого не было. Это была простая рана, и как бы я тренировался с этой раной, у меня она начала с раздражения, что ли, такое. И, в общем, ничего такого не было, это просто рана. Многие считают, что если есть кто-то в этом дивизионе, кто может победить чемпиона Алекса Перейру, то это именно Мухаммед Анкалаев. Но как ты думаешь, для того, чтобы его победить, ты сказал, что ты готов с ним стоять только в стойке и бить его в стойке. Не кажется ли тебе, что тебе все-таки нужно будет подключить борьбу для того, чтобы уверенно победить? Конечно, эти бои, я могу бить с ним стойки, я могу его бороть. Я думаю, это бой для меня не такой тяжелый бой. У меня были бои намного тяжелее. Магомед, ассаламу алейкум. Ты уже дважды дрался с Джонни Уокером, и у нас скоро намечается, есть один боец, Богдан Гуськов, который в скором времени должен разделить октагон с ним. И он наш соотечественник. Какие advice от твоих сторон Богдану Гуськову ты бы дал ему советы против боя с Джонни Уокером?
Что бы я мог сказать? Джонни Уокер, он такой боец, очень нестандартный. Чтобы против него что-то готовить, это очень тяжело. Но его надо почувствовать в ринге. Он нестандартный, и он бьет откуда хочешь. Поэтому я думаю, его надо почувствовать. Магомед, с победой. У Алекса Перейры, твоего потенциального следующего соперника, есть фирменное слово «Шама». Есть ли у тебя какое-то слово, возможно, даже необычное, которое ты используешь в повседневной жизни? Ну, у меня нет таких слов. Ну, нет, в общем. Только Мухаммад и все. Почему ты думаешь, вот именно ты, как ты думаешь, почему UFC не хочет, чтобы ты бился с Перейрой? Твое мнение. Ну, я не знаю, почему UFC делает так. Ну, мы понимаем, что Перейру оберегают, так как он бьется в стойке, как бы он боец зрелищный. Ну, я думаю, его оберегают. Если не Перейра, кого ты думаешь тебе дадут? Кто, с кем бы ты подрался? Ну, я не знаю именно кого назвать. Я думаю, топ-5 кто будет. Там, свободный стим, наверное, подерутся, если Перейра откажется. Поздравляю с победой. Удивило ли тебя на то, насколько хорош Рачич в стойке и насчет того, как хорошо он был к тебе готов? Нет, не удивил, но я понимал, что он очень крепкий боец. Да, он очень крепкий парень. Но я думаю, ему очень было тяжело со мной. И как бы... Он не давал мне работать и сам не работал, как так получилось. Просто из того, что ты сказал, что он работал вторым номером, значит, получается, что если оригинально план был, чтобы работал вторым номером ты, а он шел первым? Нет, план был такой, я думал, как бы у него последнее поражение, и думал, что он будет идти вперед. Я думал, будет много крови, если честно. Перед третьим раундом, я тебе уже говорил, что его угол сказал ему, что он 2 раунда выигрывает. Ты слышал об этом и насколько для тебя это удивление? Нет, не слышал. Ну, я думаю, этот всегда свой угол как бы поддерживает бойца, да, настраивать его на третий раунд, так как они понимают, что он проигрывает. Поэтому, наверное, ему сказали, чтобы чуть-чуть разбудить его. Ты говоришь, что ты не думаешь, что он будет для тебя очень сложным боем, Алекс Перейра, чемпион. Что тебе кажется, что ты видишь в его ударке, что тебе кажется, что ты спокойно сможешь его перебить? Ну, его ударка, все понимают, какая ударка. Он стандартный боец, который идет вперед и роняет своим левым хуком. Скажи, пожалуйста, я права или нет, что я видела какое-то видео, где ты говоришь, что тебе в какое-то время предложили бой против Перейры на UFC 300. Это правда или неправда? Нет, неправда. Почему? Разговоры были, что хотят мне дать бой, и все-таки не было контракта и конкретного разговора по этому бою. Извини, еще один вопрос про Перейру. Если так случится, что следующую защиту он проведет не против тебя и проиграет, будет ли он интересен тебе как боец или тебя он интересует только как чемпион? Мне он интересен сейчас как бы, так как он чемпион. Если он не будет чемпионом, я думаю, нету такого интереса.